Здравствуйте. Сегодня нам пришла вот такая посылочка. Здесь должен быть телефон. X-Play Pulsar. X-Play Pulsar. Смартфон. 5-дюймовый. Две сим-карты. Так, подарочки от продавца. Карта. Джойстик. Картридер. Так, сам телефон. Брали его на распродаже. Обошелся он в 4700. Сейчас около 9 стоит. Вот. Внешне выглядит вот так. В руке достаточно удобно лежит. Шероховатая поверхность. Рука не скользит. По характеристикам заявлено 4-ядерный дисплей 5-дюймовый, 4 гигабайта встроенной памяти, 5-мегапиксельная камера, Android 4.4. Единственное слабое звено — это оператива 512 мегабайт. Но какая мощная батарея за эти деньги, мне кажется, вообще очень удачное приобретение. Так, как он у нас открывается? Так, сейчас мы заднюю крышечку снимем. Ой, тяжко снимается. Ой. Надеюсь, не поломала. Так. Снимем пленочку. Так, здесь сразу мы имеем два слота. Один для карты памяти и два слота для симки. Одна простая, одна микро. И огромная батарея вот такая. Сейчас мы ее включим. Телефон не хрустит. Так, теперь мне надо его включить. Снимем пленочку рекламную. Так, пока загружается качелька включения-выключения, качелька громкости. Больше клавиш не вижу. Здесь вход для наушников и для USB. Так. Он достаточно шустрый. Так. Основные приложения, в принципе, уже установлены. Play Market есть. Так, залезем в настройки. Телефон просила сразу для России. И зарядное, чтобы было для России. Мы сейчас под телефоном посмотрим, потом зарядное установлено. Что он нам положил. Так, настройки. Настройки. Android 4.4. В принципе, он везде стандартный. Язык уже установлен. О телефоне. Модель Pulsar. Версия Android 4.4.2. Прошивка. Версия ядра. Так. Приложение. Профиль, экран, память. Память.
Так, системный всего 0,89 гигабайт. Внутренний 1,58. Ну, это вот занято уже приложением. Есть возможность установки CD-карты. CD-карта в подарок пришла. Так, что еще? Камеру посмотреть. Камера. Вот она камера. Вот. В принципе. Что бы снять-то такое? Ну вот, подарочек сейчас снимем. Что-то он много мне тут наснимал. Ну, в принципе, терпимая камера. Не круче, чем заявлено. Но и не так уж плохо. Так. Ну, вот фотография. Ну, терпимо. Ну, внешне, как бы, ничего сказать такого не могу. Оплачу через 2 недели пользования. Остальное расскажу чуть позже, если какие-то портаки обнаружатся. Все, спасибо. Так, что у нас еще в коробочке? Так, шнурок USB. Так как аккумулятор у телефона огромнейший, то есть можно заряжать другие устройства. Это, видать, переходничок для, именно для этого. И зарядное. Вот такое. Наушников сразу не писал, что не будет. Так что вот комплектация телефончика. Вот такая. Спасибо.